За последние сутки в Магаданской области выявлено 44 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За весь период пандемии заболели 5850 магаданцев. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Колымы обследовано на COVID-19 107287 человек. С выздоровлением выписано 5177 колымчан. Роспотребнадзор информирует о значимости личной гигиены в период пандемии. В общественных местах необходимо надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. После посещения мест с большим скоплением людей надо чаще мыть руки с мылом. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу, ведь вы можете быть переносчиком COVID-19 и даже не знать этого. Соблюдение этих мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.